Профессор юридического института Алексей Минбалиев получил грант президента Российской Федерации по поддержке молодых докторов наук. Грант будет реализовываться для проведения исследований противодействия техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства. Алексей Минбалиев раскрыл одну из самых актуальных тем – развитие системы правовых средств обеспечения кибербезопасности в Российской Федерации. Исследования будут осуществляться специалистами в сфере информационного права и информационной безопасности ЮРГУ совместно с Московским государственным юридическим университетом имени Кутафина.